Обратите внимание на модели сезона. Такие незатейливые панталоны не подвластны времени. Их выпуск был налажен у нас еще до Первой мировой войны. Сегодня модельеры предлагают отказаться от чрезмерной пышности. Исчезли банты и рюши, но в целом модель сохранила свои очертания и ныне может придать особую пикантность популярным мини-юбкам. В таком ансамбле явственно звучат восточные мотивы. В продаже всегда имеются и бюстгальтеры нашего традиционного покроя. По прочности они не уступают джинсам фирмы Levi Strauss. К тому же, как видите, многофункциональные. В них удобно и надежно хранить вещи. Вам не понадобится ни сумочка, ни косметичка. Наша легкая промышленность проявляет стойкую заботу и о мужчинах, об их моральном облике. В таких трусах мужчина может позволить себе снять брюки только в кругу семьи. А мужчина предусмотрительный сначала еще и выключит.